Привет! Сегодня у меня будут полезные советы, а также как правильно принимать яблочный уксус для того, чтобы безопасно худеть, а также не нанести вред своему организму. Начнем с полезных советов. Полезные советы необходимы для того, чтобы усилить действие яблочного уксуса. Если вы будете их выполнять, похудение будет происходить в 2-3 раза быстрее и эффективнее. Итак, совет номер 1. Ужинаем не позже 6 часов. Если вы приходите с работы, обязательно ужинаем очень легко. Если вы, например, с работы приходите не в 6 часов, а в 7 и в 7:30. Ни в коем случае не кушаем хлеб, чай с сахаром, какие-то пирожные, что-то еще. Желательно ужинать отварными овощами и фруктами. Ну, например, запекайте яблоко. Также забить голод вечером можно просто водой. Захотели кушать и не только вечером, а в течение дня. Но вы знаете, что вы нормально поели перед этим. Начинайте пить воду. Стакан, два, даже три стакана чистейшей фильтрованной очищенной воды может перебить чувство псевдоголода. Далее, совет номер 2. Естественно, исключаем из своего питания такие продукты. Хлеб и хлебобулочные, любые изделия. Дальше, сахар вообще исключаем. Мед исключаем. Далее, колбасы, копчености, солености и все подобное. Далее, минимальное количество картофеля. Просто минимальное. Или вообще его исключайте. Далее, жирное мясо. Желательно в этот период, если вы хотите интенсивное похудение, значит, кушаем отварную грудку. Куриную или индюшиную. Естественно, не пьем никакие газированные напитки. Особенно сладкие. Минеральную воду пьем только без газа. Вот и все. Главное, вот такие правила. Ну а теперь перейдем непосредственно к этому рецепту. Рецепту похудения с помощью яблочного уксуса. Первое правило. Купите натуральный яблочный уксус. Очень внимательно смотрите на этикетку. Многие производители пишут натуральный, а сами просто в воду добавляют эссенцию, синтетическую эссенцию. Поэтому купите максимально дорогой, натуральный, качественный яблочный уксус. Кстати, именно этим способом и еще одним, о котором я расскажу в следующем видео, худеет моя жена. Только сидит на этом способе. И поверьте, она выглядит вот так. Ну и еще самое главное перед всем этим. Если у вас проблемы с желудочно-кишечным трактом, любые, особенно с повышенной кислотностью, такая терапия запрещена. Итак, это гастриты, язвы, колиты, панкреатиты, что-то еще подобное. Как правильно работать с натуральным качественным яблочным уксусом? Итак, 3 раза в день берем стакан чистейшей фильтрованной воды. Дальше обязательно берем и не просто наливаем, а наливаем именно ложкой, чайной ложкой, стандартная чайная ложка. Берем 2 чайные ложки нашего качественного яблочного уксуса, наливаем в стакан, хорошо размешиваем. Перед едой за 30 минут максимум, где-то 15-30 минут, выпиваем. Так делаем 3 раза в день, перед каждым приемом пищи. Сколько можно работать с этой терапией? Если самочувствие отличное, ну примерно максимум 3 недели. А лучшей благодарностью для меня служат ваши лайки, ваши комментарии, ваши спасибки в комментариях, а также если вы поделитесь данным видео со своими друзьями, пусть они тоже знают, как быть здоровыми. До новых встреч на моем канале и встретимся еще!